исламу – это всегда сложный выбор. С одной стороны, это борьба с собственными идеалами и привычками, с другой – устоями общества и культуры. Я хочу прийти к тому, чтобы носить хиджаб, чтобы покрыть голову полностью. Не отключить. Я же говорю, они сейчас за границей. В руках иду. Куда я иду? Зачем я иду? И думаю, как буду, так и буду. История этих девушек сопряжены с важными поворотными событиями в их жизни. Когда ее не стало, первое, чего я боялась, то, что поменяется мое отношение к Богу. Ее уход заставил меня задуматься, что да, мы в Бога верим, но, наверное, неправильно. Что-то мы делаем не так. Около года назад в моем окружении появились мусульмане, и я стала узнавать об исламе благодаря им. Я живу на таблетках. Каждое утро я пью таблетки. Ужасные боли. На работу поехала, приезжаю, и обратно мне те самые боли. Многие из нас, кто разрушает границы своего сознания и открывается Богу, всегда испытываю чувство облегчения и уверенности в завтрашнем дне. Мне приснился сон. Я услышала очень громко, так красиво мужской голос читал на арабском «Бисмилля и Рахман и Рахим». Когда я проснулась, я, конечно, была ошарашена. Долго обдумывая все, я пришла к решению, что я готова принять ислам. И дочке кажу, ты знаешь, я уже даже согласна, если пройдет, вот ни в чем не болитиме, я приму ислам. Дочка, мам, ты что, серьезно? Как серьезно? Кто не родился мусульманином, тому сложно представить, что проходит человек, принимая решение изменить свой духовный путь. Исмаил для меня является человеком, который в первую очередь открыл для меня эту религию. Благодаря ему я пришла к решению сегодняшнему и приняла ислам. Скажите, ашхаду алла иляха. Там, если в Библии сказано, что не должно быть посредников между нами, и почему какой-то человек может решать, простит мне Бог мои грехи или не простит. Я свидетельствую, что нету божества, кроме Аллаха. Я побачила веру. Це було шут. І свідчить, що Мухаммед посланник Іраків. Якщо вона питає мене, готова ли я прийняття, кажу, да. Абдуху. Ларасуна. Зробити вибір, з яким йому слідує йти по житті, не реагуючи на мнення общества і близьких йому людей, немногим удається. Общество не спішить приймати тебе другою. І ти залишишся тільки з тими, кто искренне тебя любит. Я думаю, что мама приняла бы это, поняла бы ее. Все равно она остается моей дочерью, никаких, вообще никак это не скажется на наших отношениях. Я думаю, что все будет нормально. Это просто искажение, как будто обратиться с небес что-то. Татьяна Сучкова-Ладик, Алима Рей, Влад Васильев. Специально для телеканала «Алиф. Украина». Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.